Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки моего гостя. Ну, гость. Ну да, гость. Ну, типа, ты ко мне зашел, ты гость. Но и, ну да. Ну и ты гость. Ну, короче, все, надо понятно. Надо столот. А, да. Давай, загружай. О. И зачем ты сделал такую большую коробку неровную? Ну, там внутри красиво. Там внутри звездолет. Коробку можно там убрать? Внутри звездолет. А звездочки пусть упадут вместе с звездолетом. Расфиксируй. А зачем ты его в коробку-то поместил? Ну, чтобы было сделать красивое фото. Чтобы в Hang of Name попасть. А ты за водителя хочешь? Нет, конечно, если что. Я ж сразу угробил эту машину. Вот тут. Ну, сейчас вспомним, как она выглядит, Tower Blitz. Так, сейчас надо будет... Тут такой должен быть монтаж. Ух, не забывай смонтировать, то тут появится этот корабль. Ну, я, по-моему, немного неровно, я просто всё, строил промонтировал. Так, а, где? А я сел за пассажиром. Ты чё, какой пассажир? Я буду пассажиром. Ну, а тут пассажирское место. Где? Так, ну, как было в Tower Blitz сейчас. Там была внизу лазерная пушка, которая стреляет сверхсшибательным лазером. Дальше там были ракетницы, которые тоже могли стрелять. Заменю ракетницы четырьмя пушками. Эх, а там они по 1000 пушек у них там выпускают много снарядов. У него вроде бы такой дырки не было. Ну там деталей не так много, но просто сам корабль было тяжело строить. А он умеет сейчас стрелять всеми пушками, даже торпедами. Сейчас я включу одну штуку. Вот. Не, ну по идее... там что-то покрутилось. Ну по идее он должен ими поочередно там что-то взрываться, это... А он может и все пушки двигать? А, вниз, вверх. Вверх, вниз, стоп, на какие далее. Пушки смотреть? Ну, на все. Они а, могут смотрю. Все двигать. Нажимай куда-нибудь. Вот, они опускаются то вниз, то вверх поднимаются, крутятся. Ну, это надо это сейчас остановиться, и сейчас я покажу. Да, только вообще не видно. Нет, только не на воду. Так, ну давай. Вот сейчас будут двигаться пушки, которые там на крыльях. Вот, вижу. Они вместе крутятся? Да, две. А еще там есть сзади. А, и снизу вот, вверх, вниз, может, и налево, направо. Чтобы повернуться. Нет, вниз, давай вниз. Вниз? Вниз? Да. Но... Он настолько сильный, это ладно, что... Ладно, опусти, это опасно. Ну, давай я поуправляю, что ли? Ну, давай, сейчас только выстрелю. Зачем? Ну, а то у меня это, на экране была бы точка вот эта. Я понял. Все, я еле вылез из этой у дырки. Него, кстати, есть вот так, это там... Чего гарпуны есть? Невидимые. Ну, это чтобы след оставался, я их заметил. Красиво. Просто промолчал, то понятная вещь. Ну, когда корабль весь перевернутый, сложно ходить. Тут есть какая-то кнопка. А, кнопка, это чтобы крутить нижний... Ты сел на стульчик, надеюсь? Да. Ой, а ну тут клавиш, конечно. Так, начнем по порядку. Летать это Ф. Ну, Ф и G. Z, C, Q, E это чтобы поворачивать нижнюю башню. X, чтобы стрелять нижнюю. Стоп, да можно по порядку? Пуш? Z, Z, P, P, ой, чё? X это... Так, короче. Z, C, Q, E. Так, X, это Z, C это поднимается, опускается. X стреляет, E, Q вращает, да? Угу. А у тебя на компьютере есть кейпад клавиатура? Да. А вот не легче было бы все вот это... привязать к кейпаду, потому что там легче, во-первых, запоминается. Ну ладно, кейпад, так удобнее будет. H, G, K, U, ну, короче, как обычная АВСД, только... Ой, куда это я еду? Это ты... А, ты торпеду включила и не отпустил. В, Б, чтобы отпустить торпеду, Р, Т, чтобы... Р, Т, это ускорители. Да, это торпеды. Да. ВБ это чтобы... А, это торпеды, я думал, это ускорители, чтобы летать. ВБ, чтобы отпустить. Так, получается, нажимаю на В. ВБ и РТ. Ну, там, по-моему, одна ракета. Колонна.
Чувак на саране вылетает. А, нет. Ладно. Ну, короче, ракетами можно стрелять, только вторую я не смог стрелять. Так дальше. Ну, потому что, я не знаю, там просто она застряла. Ну, короче, снаряд застрял в пушке и космолет сломал. Так, дальше. У него есть гиперспособность, о которой никто и подозревать не мог. Так, а что еще, кроме он может? Ну, на... Кнопки кончились? Сбоку купе вот эту штуку, по-моему, он на фейерверке выкидывает. Ну, это я попытался сделать... Так, что-то я нажимаю на все клавиши, не знаю, что происходит. Ой, я всю клавиатуру прожимаю. Ой, куда это я? Так, короче, я из тучка даже вылетел в чате, вот что у меня написалось, из-за того, что я на клавиатуру нажимал. А, на решетке. Я что-то вылетел в космос и умер. Что? Я что-то в космос вылетел и умер. Немного опасный корабль. Не, просто прыгать не надо. Ну, вообще-то, а там даже не сказывается, сколько людей на этом корабле должно быть. На этом корабле может быть максимум, по-моему, 5 людей. Но это я сам. Я говорю в игре именно. Тауэрблиц, наверное, миллион, может быть. Может еще этот. Ну, если ты хочешь какой-нибудь Тауэрблиц построить, то тут еще вот эти наземные пушки поставь, которые лазером стреляются. Да, наверное, лазер буду доделать. Не знаю. Так, может заново загрузить тогда? Заново, сейчас. Ну, в коробке он красивее выглядит. Стоп, а где коробка? А его в коробке даже нет. А. Мне удалять коробку? Коробку зачем? Чем удалять коробку? Чтобы можно было туда пройти. Типа сюда и ну, так я могу пройти. Сейчас показать механику. Ай. Ай, я в нижней части коробки. Ну, если показать? Хочешь, можешь показать, конечно. Ну вот. Ну, только пушки, если честно, вылезли. Все, всем пока.